Как стать конкурентоспособным на рынке труда? Что нужно учитывать при выборе профессии? Каковы особенности работы по той или иной специальности? Об этом старшеклассникам ЗУГРЭСа вчера рассказывали на профориентационной встрече. Перед ребятами выступали уже состоявшиеся в своей профессии специалисты, работающие на градообразующих предприятиях ЗУГРЭСа, причем все энергетики. Рассказывали, где учились, чем интересна именно их работа, призывали школьников хорошо подумать перед выбором будущей профессии. Организовал профориентационную встречу для зугрэсских старшеклассников Харцизский центр занятости. Дети должны знать, какие профессии актуальны, должны знать, что не все смогут устроиться экономистами. Да? Миллион экономистов, и в отсутствии рабочих профессий это не будет гармонии, и не будет у нас заполненный рынок труда, и постоянно будет безработица. Поэтому мы ориентируем на то, чтобы занять те рабочие места, которые у нас есть, чтобы были и рабочие руки, и специалисты, чтобы каждый нашел свое место в жизни. На встречу пришли и студенты Зуевского энергетического техникума. Они провели для присутствующих небольшой экскурс в профессию энергетика в форме КВНовских миниатюр. Школьников не просто увлечь серьезными разговорами о серьезных вещах. И такая забавная форма рассказа об энергетике присутствующим пришлась явно по вкусу. Хотелось бы, чтобы все дети выбрали свой путь и сделали это правильно. Хотелось бы, чтобы дети остались в республике, пригодились здесь, выбрали ту профессию, которая будет актуальна. В таком русле мы будем проводить сегодняшнее мероприятие. Выбор профессии определяется многими факторами – природными наклонностями, доступностью образования, конъюнктурой на рынке труда. Особое же внимание школьников обращали на то, что работа должна приносить не только достойный заработок, но и моральное удовлетворение.